легкий прогулен. Вчера мы машину не отремонтировали, завезли ее сегодня. Ну там не видно, короче, там сзади автосервис. И оставили машину, нам сказали, отчет. Ну сейчас еще пора. Ну и пока там они ее подрисованно делают, пацаны с ними поехали, они хотят, будь здоров уже, то чтобы там не сидеть, там можно посидеть, кофе там попить, мы решили пройтись. И нам-то Сашка все равно, а этим очень надо. Короче, мы здесь не были пешком, я здесь не ходила уже лет так 5. Буду вам все здесь вот так вдоль дороги было очень-очень-очень много всяких магазинов, рынков. Книжный был большой магазин. Все поменялось. За каких-то года 3, наверное. Мы здесь сейчас на машине приезжали, но так что такие там. У меня ассоциации, знаете, 60-е годы, 50-х. Здесь же лыжи, здесь же люди живут, да? Да. Ну, живут. Да. Ну вот не знаю, не смогла бы, наверное, в таком доме жить, но не смогла. Вот. Что-то как-то, знаете. А ноги наоборот. Трехэтажные, старые такие. Пойдем посмотрим, который помнишь, мы покупали, Артемки или Даньки? Мы покупали, нет, когда у меня уже есть опыт. Нет, когда мы маленькие были, этот магазин еще работал. Видите, для маленьких деток. Обувь. Когда они маленькие были, мы здесь им покупали. Вот зума. А вот здесь на втором этаже был зоопарк. На втором этаже в здании был зоопарк. И там реально были такие, знаете, животные здоровые. Пони там всякие тут. А куда ты идешь? Стройка идет. Вот здесь вот, на втором этаже, вот здесь был зоопарк. Береза прям в окна. Вот в таком доме жить. Хотя, видите, окна поменены. Живут в таких домах люди. Там, говорят, большие комнаты. У меня подруга, когда я еще много лет назад жила, вот этого дома уже нет, его снесли. Там огромное помещение, просто там актовый зал. Просто потолки высоченные. Много пространства, деревянные полы. Ну, в этих домах не знаю как, но похоже. Или я уже реально здесь, ну, очень пешком. Или мне вообще с ориентирами, знаете, это... Как это? Короче, теряюсь я. Меня заведешь куда, забудешь меня, и все, что-то я пропала. Сама я точно не знаю. Как это фигня называется? Проблема у меня вот с этим. Да какой нахрен? Мост любви. Знаешь что, дорогой? Мост любви. Да? Это мост подо мной сейчас провалится. Как это я так это? Что-то показала. Показала, что это сама не знаю. Мужик там. Ну привет. Теплосеть. Тепло, да.
А, вот и нет, ну это не те, которые были, да? Которые были тогда много-много лет. Это фигня. Мошка. Спился. Да, здесь дороги вот этой не было. Не было вообще. И моста это... Ну, я уже показывала видео, да, они строят этот мост. Второй год. Вот здесь. Им и не пахло. Тупо был асфальт. Здесь деревья были, где мы сейчас идем. О, прикольно. И магазинчики тоже. Этих магазинов нет. Так они будут заходить куда-то, или они напрямки хотят в этот. Господи, как он называется? KFC. Burger King. Расчет из этой категории. Раньше еще очень-очень давно, когда я только начинала вязать, я пряжу покупала в магазин ткани. Ткани, пряжи. Помните, раньше в 80-х, 90-х такие были универмаги. Вот там. И, по-моему, этот магазин еще где-то работает. Ну, как-то проезжали. Может, конечно, такое есть. Но работает. Ростикс. Нет, открыт, смотри. Так что да, открыто. Однако. Я уже думала, закрыла это все, закрыли. Это что, смешные цены? Давайте сюда зайдем, смешные цены. Зачем? Ну, родите. Давай, ладно. Или потом после Ростикса. Успеют они. Вань, после Ростикса с набитым пузом уже точно никогда не зайдет. Правильно? Мы здесь, по-моему, были. Вот они, вот, Тём. Господи, напугала. Мама, покажи, там сейчас сбоку, типа, лайк? Ну да, тут лайк. Вот эти мба, Найк. О, тут даже написано Найк. Ну-ка, и сколько это Найки? Покажи всем. Это, ой. Ну, 44, спасибо, Дара. Рожок был по 25, уже по 49. Все. А чека нет. Ваш номер. 5, 2, 8. Все-таки этот Ростикс. Кто по-другому еще назывался? Не помню. Сейчас перекусим и, по-моему, на свободу машину звонили. Но Саша хочет еще здесь погулять. Очень жарко на самом деле. Прям погода радует. Сейчас еще мы заказали, а Сашка привезет еще. Кто это? Пойдем. Сто лет там не было. Вот, ребят, как раз для вас. Да. Матрешки.
украшений для бары. По этому переходу я не ходила лет 20. Раньше я здесь постоянно ходила. Но вообще не могу, я отвыкла. Жуть берет. И вот эти палаточки там были постоянно. Еще знаете, это сейчас диски уже мало кто пользуется. DVD-диски, фильмы смотреть. А раньше там продавали кассетные диски. Ну, кто помнит, да, бомбины тут эти. И в этом переходе было очень много таких окошек, ну, как сейчас купальники. И там продавали вот эти диски. Я очень много брала, когда учиться ездила постоянно. Ну, вообще, конечно. Я сейчас как-то, что-то как-то, не знаю, дикой какая-то езда стала. А, все, машину нам позвонили, сделали нашу бедышку. Сейчас пойдем к ней ее забирать. Да. Не очень мне этот Россикс как-то, не знаю, предчувствие было, что не очень. Поэтому я на всякий случай забежала в аптеку, купила уголь. Всем им понадавала, я ж не ем, посуду мне нельзя. А им по таблетке сунули угля. Пускай будет. Ну, мало ли. В Макдональдсе я так не паникую, купят тоже. А ты как не поймешь, что это для Россикс, то ли KFC. Покушал, порадовался. Где-то ему объяснил. Покушал, потом туалет. Так, все, мы идем. Я боюсь, что я долголетие. Зачем мы платить не понимаем? Очень вежливо. Все, свечи-то у меня. Очень жарко, очень жарко. Прям. Снимаю эту кожанку. Сейчас разбежалась.